Предприятие «Юмет» – крупнейший производитель легких металлоконструкций, один из ведущих поставщиков оцинкованной стали в Южном федеральном округе и единственный в Новошахтинске производитель продукции под торговым знаком «Сделано на Дону». Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Тиларова приехала на завод «Юмет», чтобы вручить генеральному директору Дмитрию Стрельцову свидетельство о присвоении знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Многие регионы Российской Федерации, Дальний Восток и на самом деле география очень широка, представленности этой продукции. Предприятие не стоит на месте. Только что мы обсуждали перспективы. Они планируют расширять еще и производство, не только увеличивая объемы, да, но и расширять ассортимент, что тоже немаловажно. Конечно, для всех производителей, независимо даже от категории товара, как пищевой, перерабатывающей, так и промышленной продукции, существует вопрос сбыта продукции. И как раз-таки вот мы обсуждали этот, перспективы реализации этой продукции. Конечно, с учетом специфики продукции производимой, это особый рынок, да, и мы здесь тоже готовы, как участнику проекта «Сделано на Дону», оказывать содействие и коммуникацию в обеспечении дополнительных каналов сбыта этой продукции. Конечно, мы нацелены на всестороннюю поддержку предприятий, производителей и вообще участников проекта «Сделано на Дону», потому что это не только предприятия производители, это и организация общественного питания. Но что касается конкретно города Новошахтинска, это пока единственное предприятие, которое стало участником проекта. Но мы уверены, что перспективы есть, производств действительно очень много в городе. И там, где мы сейчас находимся, это одно из крупных предприятий, которое уже повторно подтвердило свою сертификат соответствия продукции «Сделано на Дону». И предприятие также готово расширять, с учетом расширяемого ассортимента, расширять и диапазон сертификации в рамках проекта «Сделано на Дону». В Ростовской области продукцию «Юмета» можно приобрести в крупных торговых предприятиях, таких как «Леруа Мерлен». Дмитрий Викторович просит поддержки департамента в размещении товара в других сетевых гипермаркетах области. К тому же в настоящее время завод готовится к расширению ассортимента продукции. Если брать ту продукцию, по которой мы получили сертификат, просто на юге данную продукцию не производят. То есть есть производители в Москве, на Урале. В нашем регионе такую продукцию производим на сегодняшний день только мы. А конкретно в самое ближайшее время мы запустим дополнительные линии по наполнению подвесных потолков. Это будет линия по кассете, вот, и линия по потолку грильята. Оборудование приобреталось, оно уже практически готово. Приемка будет в первых числах августа. Вот, монтаж будет в сентябре. Знак соответствия требованиям системы сертификации «Сделано на Дону» подтверждает, что продукция завода выполнена с высоким качеством. И это оценивают покупатели всей России и ближнего зарубежья.